Test 1, 2. Sega. Это диджей Виджил. Еще раз, это диджей Виджилант, и я решил поиграть в Comic Zone на Сеге, но с одним условием. А с каким? Будет видно. Должно быть избранный. Если кто не знает, мы перемещаем нас, этот злодей, усач-бородач, закинул в комикс. Я больно-то точно не знаю, но типа мы какой-то писатель, что ли, или делаем человек, который делает комиксы, оттуда выбрался злодей как-то, и он нас, наоборот, туда затащил, в комикс. Мы должны выбраться и наковылять ему, короче. Что ж, вот так вот. Коротко и супер неясно. Мы можем, кстати, выбирать не один путь, а тут их развилка даже есть. Молодец, что ли? Yeah.
первые метры. Можем наверх идти, можем направо идти. Давай наверх. Пружина метатель. Татарин. А я уже не вот.
сезонный, да? Да блин, какой-то... Да нет. Ну я труд. Я знал, что не стоит идти сюда. Человек, это турнир для мастеров кунг-фу. Кунг-фу? Хозяин храма, хозяин турнира. А где этот храм? Ха, ну ты... Ну я уже... Плохо. Я встал уже. Сколько я на Сеге мучился на этом месте. Бэ! Бэ! Бэ!
Что ж, это был диджей Вишеван.